Всем привет. На этой неделе президент объявил каникулы на следующей неделе, и Подольск у нас активно переходит на карантин. Так вот закрывают все детские площадки. Мать, я-то переступаю. Вот, но, конечно, многим людям наплевать на это. Не по ней считают, что это не настоящая угроза. Считают, что это все придумано, и их это не коснется. И поэтому они продолжают тусоваться на этих площадках, собираться и так далее, и так далее. Многие поехали на шашлыки, как я знаю. Поэтому, ну, молодцы, что хоть так огораждают. Это двор Подольск, Садовая, 5. Как мы видим, никакие карантины, никакие ограждения, ничего здесь не действует. Все хорошо. Народ играет в футбол. Вот в таком огромном количестве. Да, то есть свободный доступ на детские площадки. Свободный доступ. Дети вот катаются с мамочками. Ну, конечно, нет большого ума мамочек, но тем не менее. Здесь вот тоже люди вроде взрослые в футбол играют. Посмотрим на... Да, вот, внимание, в целях предотвращения вирусной инфекции, с уважением, Антей Плюс. Но, как мы видим, эти меры недостаточны, абсолютно причем недостаточны. И вот эту площадку вообще надо заваривать, чертовой матери, чтобы никто здесь не гулял.